Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию», ролик про минимальную отделку квартир от застройщика, если вы покупаете квартиру в Албании у застройщика. Так вот, когда вы приобретали такую квартиру, то в ней не будет бетонных полов или плохо отштукатуренных стен, то есть вам не придется самостоятельно шпаклевать плохо подогнанные между собой кирпичи. В Албании не принято продавать квартиры в настолько сыром виде. То есть, если вы покупаете у застройщика, то она будет, эта квартира, в плюс-минус нормальном состоянии. То есть, полы будут в плитке, можете посмотреть. Видите, да? И давайте пройдем в санузел. Идем. Итак, смотрим. Здесь все в сантехнике, здесь все в плитке. То есть голова у вас первое время по этому поводу болеть не будет. То же самое касаемо и дверей, и межкомнатных, и входных. Вот можете посмотреть, вот такого качества, например, двери стоят от застройщика. А также, друзья, то же самое касаемо и окон, то есть оконных рам и остекления, ну, например, вот здесь. Итак, вот эти рамы, которые ставит застройщик. Ну, здесь застройщик не пожадничал, поставил хотя бы нормальный стеклопакет, поскольку в большинстве случаев застройщики ставят просто раму с одним стеклом, то есть даже без стеклопакета. Конечно, рассчитывать на высокое качество сантехники, дверей, там, оконных рам, плитки не приходится, поскольку продавцу, застройщику, ему нужно продать, и он старается на этом тоже как-то сэкономить деньги. Но с другой стороны, на первое время и этого вполне достаточно. А может быть, вас и устроит и такой уровень оснащения квартиры. Следующий момент. У нас, друзья, в Албании не принято клеить обои. И в большинстве случаев это покрытие на стены, это будет просто ровно отштукатуренные стены с какой-то краской. Там декоративной краской или какой-то простой акриловой краской. Здесь это считается более практичным. Следующий момент по поводу оснащения. В большинстве случаев от застройщика уже будут какие-то розетки и какие-то выхода. Можете наверх посмотреть, и вентиляция под кухонную вытяжку, и, соответственно, под водоснабжение какие-то шланги. Вот. То есть то, что вы видите со всеми этими биде, со всеми проводами, со всеми стенами, унитазами, это стандартная комплектация от застройщика. Друзья, если вы захотите со мной побеседовать, то вот мой номер. Кстати, на канале более 45 роликов, посвященных недвижимости. Это касаемо и аренды, и касаемо и покупки квартиры. Поэтому, если вы соберетесь приехать к нам, купить квартиру или арендовать на долгий срок какое-то жилье, то я вам настоятельно рекомендую с ними ознакомиться. Также подписывайтесь, чтобы роботы YouTube показали этот ролик кому-то еще, кроме вас. Успехов!